Не только полезное экологическое мероприятие, но и отличное место для общения в неформальной обстановке, говорят акулы-пера. С граблями и метлами в руках, да еще на лоне природы, и думается по-другому, и настроение поднимается. Общение на природе в коллективе, то есть как бы собраться все-таки вместе, ну, удается, но не так часто и не в таком большом количестве. Вот, а на природе за общим делом пообщаться, я думаю, это на пользу. Пишущая братья убирала на Боевке то, что забыли захватить с собой нерадивые куряне после отдыха. Но никто не злился, уборка проходила с завидным энтузиазмом. Такой замечательной погоды, просто захотелось внести вклад в субботник, помочь убрать такие большие территории. Причем люди ходят, отдыхают, что это, может быть, был какой-то стимул, что если люди здесь продолжат отдых, что будут поддерживать эту чистоту. Потому что, ну, конечно, за осень, зиму накопилось очень много мусора. Вот. И как бы хочется верить, что это благое дело. Набралось несколько кубометров хлама и сухой листвы. По словам журналистов, сразу и дышать стало легче. Погода прекрасная. Хочется, чтобы яркое солнце, которое выглянуло в эти дни, радовало курян, чтобы люди пришли отдыхать, и было чисто, красиво. В симпатичное и чистое место тут же пришли отдыхающие. Екатерина Худякова, Сергей Дорохов, телеканал «Сеем».